И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем проходить игру под названием Take on Mars. Коснись Марса. Ребятки, по опросам вы, короче говоря, я смотрю, проголосовали за продолжение прохождения этой интересной игрушки. Вот. Но многие писали мне в комментариях: слушай, пожалуйста, снимай ее почаще, снимай больше и дольше. Ребят, я буду снимать ее дольше тогда, когда будут хорошие просмотры по прохождению этой игры. Если будут маленькие просмотры, смысл мне снимать ее, правильно? Ведь я работаю и снимаю для аудитории, то есть для вас, ребятки. Так что больше просмотров, больше лайков, пальчики вверх, да-да-да. Не забываем этого делать. Ну что ж, друзья, у нас сегодня третья серия прохождения Take on Mars. А именно, что мы будем сегодня делать в этой серии? Ну, наверное, многие помнят, что в прошлой серии мы перевезли все вот эти вот интересные такие, не знаю, тут фабрики какие-то или что это, солнечные батареи, различные бочки, инструменты, даже 3D-принтер, короче говоря, к нашему челноку посадочному, да? Короче говоря, друзья, сегодня мы все это будем с вами устанавливать здесь, да-да-да-да-да, и даже подключать. А также мы с вами посадим сегодня первую, простите, марсианскую картошку, да. Наверное, с этого и нужно будет начинать, потому что вообще мне нужно поменять мой скафандр. Хотя бы гермошлем мне нужно поменять, потому что, видишь, опять мой гермошлем весь в каких-то непонятных трещинах, сколах, что это. Да, это все ветра на Марсе, которые нельзя никак контролировать, блин. Это очень плохо, и поэтому я не знаю, сколько скафандров мне еще понадобится сменить. Так, давайте снимем наш вот этот скафандр. В принципе, он мне пока не нужен. И я думаю, сейчас даже можно проверить свое здоровье. Мы так долго находились на открытой местности, на открытой поверхности даже, да, я бы сказал, на Марсе, что я даже не знаю, что у нас по здоровью. Давай посмотрим. Так, калории. Так, ну, в принципе, можно что-нибудь поесть, попить, спать. Ну, спать я пока не хочу. Так, а что? Подожди, стой. Я хотел посмотреть, что у нас по облучению. 00947 микрозивертов. Ну, это, в принципе, не страшно. Да, это не страшно. Так, ну что же, пойдемте, наверное. Кстати, да, хорошая такая местность, в принципе, как я и говорил, да, мы выбрали очень хорошую местность, где нам не грозит особо солнечная радиация. Так, давайте попьем воды. Так, отлично, мы выпили 170 грамм воды. Так, а что у нас по еде? Что у нас здесь? Space Pack Beef Stick. Это какое-то у нас мясо, я так понимаю. Ну, давайте сейчас мы его будем с вами кушать. Так, отлично. Я думаю, в принципе, калории нам прибавились. Ну, можно, конечно, пойти провериться. Давай по-быстрому проверимся, почему бы нет. Так, берем наши инструменты в руки и смотрим. Да, у нас сытость, все калории полностью восстановлены. Сытость у нас на самой верхней точке. Так, ну, как я говорил, мы сейчас будем, друзья, высаживать с вами марсианскую картошечку. Да, ну, вернее, она, конечно, земная, но будем высаживать марсианскую. Давайте вот эти пакетики, видишь, вот эти пакетики, это у нас, короче говоря, семена, которые мы сейчас будем высаживать вот в такие ящички. Так, гидропоника, plant seed,
Так, переносить здесь ничего не надо, да? По-моему, дискард. Нет, это не нужно. Короче говоря, давайте вот так вот посадим. Давайте вот в эту плойку посадим, допустим, кинем семян, да? И вот в эту. И посадим вот в эту. Тоже кинем семян. Так, ну можно еще, в принципе, засадить. Так, а у нас еще семена есть. Так, здесь вода. Что у нас вообще? Давайте посмотрим. А, витамины даже есть какие-то. Так, у нас есть еще семена. И опять же, витамины. Вода, вода. Так, здесь я смотрел, ладно. Так, давай еще кинем, наверное, семян. Так, plant seed, отлично. Ну, и я думаю, в принципе, можно будет сейчас попозже зайти сюда, пока мы будем устанавливать всю нашу аппаратуру. Можно зайти потом сюда и посмотреть, что у нас по росткам картошки. Вылезла она у нас или нет. Так, скафандр этот у нас полностью заряжен, но здесь убитый уже шлем. В принципе, знаешь что? Я думаю, наверное, можно даже одеть более легкий шлем. Вернее, ну, скафандр, да, и шлем более легкие, как бы, ну, удобнее работать в нем. Он намного легче, и бег прекрасный по поверхности Марса, потому что, ну, тяга здесь, конечно, немножко понижена. А в легком скафандре нам будет передвигаться намного удобней. Правда, вот что плохо я заметил, да, видишь, оксиген и пауэр у нас с правой стороны наш на гермошлеме. Ой, блин, слушай, вот это вот я не вовремя, конечно, не вовремя выхожу. Посмотри, видишь, да, у нас предупреждение, что через 4 минуты 46 секунд у нас будет солнечная вспышка. Вот, кстати говоря, я, наверное, сглазил сейчас. Ну что ж, ладно, короче говоря, я думаю, за 2 минуты мы хотя бы с вами что-нибудь успеем сделать. Так, давай посмотрим, где мы это все с тобой установим. Нам нужно будет поставить вот такой интересный... Сейчас я подожди, покажу его. Где у нас? Вот он. Это у нас сейчас... Давай, берем его. Это у нас, короче, такая интересная установка, которая будет добывать марсианский грунт. Да-да. А из марсианского грунта... Так, провода на месте. А из марсианского грунта мы будем добывать, потом перерабатывать его во что-то более нам полезное. Поэтому нам нужно найти какой-нибудь, ну, большой, средний даже, можно средний даже камень, я не знаю. Как-нибудь поставить его... Поровнее, на, прямо, да, прямо на него. Давай, наверное, вот так, я думаю, сбоку. Ну, потом посмотрим, будет ли у нас что-то добываться оттуда. Конечно, не очень я его комфортно поставил сюда, не очень эстетично, я бы даже сказал. Не очень эстетично, так. А если, подожди, вот у нас вот этот камень побольше, можно сюда его, в принципе, зафигачить. Ну, не так сбоку, ну, вот так, давай хотя бы вот так. Ну, в принципе, я думаю, вот так, пускай даже, да, неровно, но, блин, тем не менее. Потому что, ребят, если поставить его... Хотя, подожди, вот этот... Блин, мне кажется, что они все такие большие, а когда подходишь к ним, блин, там вообще ничего. Если поставить их очень рядом, близко с нашим шаттлом, то, блин... От них идет такой отвратительный просто звук. Это просто капец. Ну, ты, в принципе, все еще в дальнейшем услышишь. Так, 2 минуты, 2,5 минуты у нас до вспышки. Нам нужно успеть хотя бы что-то сделать. Да, каждая секунда здесь дорога. Так, давай примерно... Если что, потом мы все это переставим, если нам вдруг не понравится... Давайте солнечную батарею поставим здесь. Так, у нас, наверное, должно хватить, по идее, провода. Я не помню, поскольку они там у нас идут по расстоянию. Так, можно почистить солнечную панель. Давайте сразу вторую солнечную панель берем. Так. Берем ее 2 минуты до вспышки. Видишь, как я быстро работаю. Так, перевернем ее. Вот так, отлично. Стороной. Давай еще, наверное. Я думаю, вот так.
рядом прям друг с другом не будем ставить. Ну, блин, ну хотя бы так вот. Давайте вот так поставим. Установим сюда. Так, надо почистить тоже, да? Потому что у нас будет меньше вырабатываться электричество. Так, все, друзья, короче, 1,5 минуты у нас до солнечной вспышки. Я отсюда убегаю. Я немножко пережду солнечную вспышку в шаттле. Вот, а потом мы с вами, ребятки, включимся, сразу вернемся. Так, ну что же, друзья, солнечная вспышка прекратилась. Да, конечно, была огромная такая вспышка. Я так понимаю, если бы я находился на поверхности, то меня бы убила бы радиация. Но скажу так, что вспышка длилась совсем недолго, всего лишь какую-то там, по-моему, 1,5 минуты всего лишь. То есть это немного, совсем немного, да. Короче, давайте продолжим установку наших приборов, наших деталей. И сейчас мы хотя бы с вами запустим вот этот вот... Как он правильно называется, я не помню, ребят. Но, короче, будем запускать вот этот вот прибор по добыче марсианского грунта. Так, мне нужно его развернуть. Я потом все вам в дальнейшем обязательно объясню и расскажу. Так, отлично. Это у нас как бы тройник, можно сказать так, да? И теперь нам нужно подключить солнечные батареи к тройнику и запустить наш добытчик марсианского грунта. Так, нам нужны провода. Давайте возьмем... Так, нет, поставь. Возьми, давай, всего лишь один провод. Блин, вот, кстати, здесь провод такой упрямый. Это просто капец, я даже их иногда пугаюсь. Посмотри, как змей. Да, как змей. Так, давай, кидай сюда этот конец. Он мне не нужен. Берем. Так, подожди. Давай, беги. Это у нас какой конец зеленого цвета. Иди за мной. Смотрите, ребята, скажу так, что здесь все немножко сделано по-другому. Если ты думаешь зеленый к зеленому, а красный к красному, нет. Здесь все наоборот. Здесь, то есть, подключается у нас зеленый к красному, а красный у нас подключается, да, к зеленому. Отлично. Так, давайте посмотрим, что у нас там по выдаче тока. Так, что у нас по выдаче тока? То есть у нас 288 ватт выдается. Отлично, неплохо. Хорошо, что у нас там? Потерь никаких нету. Подожди, нужно проверить. 289 ватт. 354 ватт в час. Отлично. То есть у нас сейчас день, у нас солнечные батареи, в принципе, очень хорошо заряжаются, да, и очень прекрасно передают электричество без всяких потерь на другие приборы. Так, давайте возьмем еще, наверное, один провод. Так, берем еще один провод. И, короче говоря, сейчас мы его с вами установим, подключим ко второй солнечной батарее, и третий провод мы подключим уже к нашему, вот к тому прибору, который будет добывать марсианский грунт. Так, ребятки, короче говоря, я подсоединил все полностью провода. Я даже, кстати, интересный вот такой прибор, который мы рассмотрим с вами в следующей серии, тоже также здесь неподалеку установил. И мне пришлось, кстати говоря, съездить за пустыми бочками к нашим контейнерам. Помните, да, посылочки от компании SpaceX. Вот. Мне пришлось взять пару пустых контейнеров. И сейчас мы вот этот пустой контейнер установим в наш добытчик марсианского грунта и посмотрим, будет ли что-то добываться. И, как я вам и говорил, вы услышите все те интересные громкие звуки, которые прям будут вас пугать. Так, ну что ж, устанавливаем пустую бочку и давайте понаблюдаем.
Давайте посмотрим, что у нас будет добываться. Да, слушай, слушай. Ох, как пылит, ох, как пылит. Так, ну и что у нас по добыче? По добыче, по добыче. Так, бур возвращается. Да, пожалуйста, мы добыли первые 3% марсианского грунта. Классно. Так, ну что ж, пускай он у нас добывает, работает. Что у нас здесь по загрузке? Так, используется у нас 1,6 киловатта. На 42 минуты у нас хватит зарядки. Ну, ладно, это, в принципе, неплохо. Если что, мы с вами остановим данный агрегат, можно так сказать, да? И так, давайте 3D-принтер побыстрее поставим где-нибудь рядом. И в следующей серии мы начнем с вами строить. Может быть, даже... Да, хотя какой... В следующей серии нам уже нужно будет строить... большой 3D-принтер, потому что с маленьким 3D-принтером особо здесь ничего, знаешь, как говорится, особо не развернешься. Так, давай сейчас мы его немножко отдалим, посмотрим, где у нас питание. Вот у нас подключение питания. Поставим его вот здесь. Я думаю, а большой 3D-принтер можно будет где-нибудь вот здесь вот устанавливать, вот в этом районе, да. Это будет нормальный, оптимальный вариант такой, я скажу. Так, у нас вылетела приборка. Приборку мы сейчас с вами установим. Без приборки наш 3D-принтер работать не будет. Не будет, да. Так, 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 так. Где нам его поставить? Подожди, стой. А это при... Ну-ка, стой, 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 стой. Нет, по-моему, эта приборка идет, короче говоря, на большой 3D-принтер. Уже, ну, вернее, на средний даже, я бы сказал. Подожди, тогда мы сейчас сделаем так. Мы сейчас снимаем еще один провод. Так, снимаем еще один провод. Кстати, у нас два вот таких вот еще... Здесь такие две маленькие мини-фабрики остались. То есть мы можем их тоже также подключить к нашим солнечным батареям. Мы будем добывать... Не знаю, это ветрогенератор, блин. Что он будет делать, я не понимаю. А вот эта вот фиговина такая, видишь, да, такая как бы... Я бы даже назвал это каким-то, я не знаю, пылесосом. Он у нас будет собирать марсианскую пыль, блин. Да, но это все тоже, опять же, можно будет... Все, что они будут добывать, можно будет потом перерабатывать вот на той станции. Вот станция, видишь, прямо. Но это будет уже все в последующих сериях. Короче, сейчас мы с тобой давай подсоединим провод к нашему 3D-принтеру и посмотрим, будет ли он работать. И да, так, у нас заканчивается кислород, это очень опасно, да, слышишь? У нас начинаются предупреждения, да-да. Так, давай подключаемся к солнечной батарее и подключаемся к 3D-принтеру. Отлично. Что у нас по выработке электроэнергии? Так, все нормально, в принципе. Все окей. Давай, 3D-принтер у нас рабочий. Да, у нас 3D-принтер рабочий, только загружаю различные, я не знаю, бочки с полезными компонентами. Короче говоря, давайте все, уходим отсюда, потому что иначе нам нужно, короче, менять сейчас скафандр, иначе мы задохнемся. Ну что ж, я думаю, вот такой первый этап на сегодня у нас закончен. То есть мы поставили 3D-принтер, мы установили солнечные батареи, поставили фабрику такую мини по добыче марсианского грунта, который мы потом вот на той фабрике по переработке полезных ископаемых всяких разных, да, веществ, полезных веществ, я бы даже так назову. Это будет правильно. Короче, мы полезные вещества будем перерабатывать в другие, чтобы что-то потом строить в 3D-принтере. Все, короче, давайте уносим отсюда свои ноги, ну его нафиг, рисковать жизнью не стоит. И сейчас мы пойдем с вами посмотрим на нашу марсианскую картошечку, как я вам и обещал. Ох, блин, я чуть было не задохнулся в этом скафандре. Блин, оставалось прям, не знаю, буквально 2 минуты.
Все, я поставил скафандр на зарядку, пускай он заряжается. Давайте посмотрим на нашу картошечку. Так, что? А, ну конечно, ты думаешь, она так быстро вырастет, что ли, тебе? Хотя посмотри, вот маленький росточек, вот приглядись, маленький росточек, вот он в этом углу. Вот маленький росточек, да, есть, по-моему. Да-да-да, я уверен, это маленький росточек. Так, стой. И вот здесь маленький росточек, вот, ну прям буквально вот он. Да, ну мы ведь посадили только что совсем прям недавно, поэтому как бы марсианская картошка, ты думаешь, она тебе так быстро взойдет, что ли? Нет, не будет этого. Так, наш добытчик, я смотрю, марсианского грунта работает, вроде бы все в порядке, все спокойно, дует марсианский ветерок. Ох, я даже устал от такой огромно проделанной работы. Ну, конечно, было не особо много сделано, но я думаю, наверное, на сегодня меня хватит. Так, я не хочу пить, отлично. Наверное, на сегодня стоит заканчивать. Ну, ребятки, скоро увидимся. Жми пальчик вверх, подписывайся на канал и обязательно жми колокольчик. Ребятки, до новых встреч. Пока. Я пошел спать. Ну его нафиг. Марсианские сны. Да, как прекрасно.